на ресурсе N4K.ru стали известны детали показаний по делу Ефремова о лжесвидетельстве. О чем же здесь говорится? Актер Михаил Ефремов принимает активное участие в расследовании уголовного дела о лжесвидетельстве. После возможной экспертизы материалы могут быть направлены в суд. По делу о лжесвидетельстве трех граждан на суде над актером Михаилом Ефремовым будет назначена фотографическая экспертиза. Подозреваемые опознали себя на записях с камер видеонаблюдения. Однако низкое качество не позволяет сотрудникам правоохранительных органов идентифицировать личности людей, попавших в объектив, сообщает ФАН. Напомним, что Андрей Гаев и Александр Кобец на суде утверждали, что Ефремов не находился за рулем автомобиля, а Тиван Бадасян указывал лишь на то, что актер был в салоне не один. Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев полностью отрицал подкуп. Ну, Михаил Ефремов в данное время сейчас отбывает в колонии номер 4 Белгородской области. Ну, а на этом все. Будем ждать следующих новостей. Так что вот так.